стране 25 ноября стартует республиканская профилактическая акция «Смени шины у своей машины». Госавтоинспекция проверит, как водители подготовили автомобили к эксплуатации в зимних условиях. С 1 декабря, напомним, зимняя резина на авто обязательно. Штраф до 32 рублей. В Могилевской области с начала года зарегистрировано 140 случаев ВИЧ. Только в Бобруйске 52. В сравнении с 2021 на 11 меньше. Чаще всего выявляют вирус у людей старше 30. По-прежнему основные пути передачи – половой контакт через кровь либо при родах от матери к ребенку. Накануне утром на интернациональный 5-летний мальчик попал под колеса «Пежо». Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с мамой. Ребенок не был обозначен световозвращающими элементами. С травмами он доставлен в больницу. Женщина не пострадала. В Бобруйске волонтеры БРСМ предлагают помощь инвалидам, пенсионерам, ветеранам войны и труда. Ребята готовы убрать снег, наколоть дрова и вынести мусор. Связаться с активистами можно по телефонам на экране. В городе определены места для зимнего отдыха. Зальют свыше 20 площадок, где можно сыграть в хоккей и покататься на коньках. Подготовят и 3 лыжные трассы в парке культуры и отдыха в районе санатория имени Ленина и возле Бобруйск-арены. Плюс прокат на бульваре Прибрежинском 33 и Карбышева 11.